сегодняшнего дня и до мая по два раза в неделю будут уволены в запас 53 солдата. Эти ребята призывались весной и осенью 2013-го. На их плечи легли первые бои на Донбассе и укрепление позиций украинских войск. В дни боев они были в окружении в Дьяково и понесли как бы первые потери. Это те дети, за которых волновались больше всего родители, когда началась война. Уже, как вы видите, детей здесь не видно, мужики. Осенью 2013-го на срочную службу призвали Александра. Далее присяга. Полигон и защита позиций в Донецкой области. Удачи, весной службы. Саша, спасибо тебе. Там был. Точно узнаешь, кто друг. Ну и что такое, конечно, офицерский опыт. Да сильно страшно не было, но в том плане, что потеряешь боевого товарища, всегда было на стороже и пытались как-то друг друга беречь и выручать в трудные моменты. В зоне АТО Александр пробыл с апреля по июль прошлого года. На гражданке планирует пополнить ряды силовых структур. А сейчас признается, больше всего хочет обнять родных и отдохнуть. Оно все-таки как бы два года служили. Немного, конечно, поднадоело. Тяжело было, конечно, когда узнали родители, то, что звонки постоянные были от родителей. Родители были в слезах. Вот это было самое тяжелое, наверное. Все остальное постольку, поскольку. За доблесть и безупречную службу дембелей наградили грамотами. Поблагодарили солдат и ангелы украинской армии, волонтеры. Хотелось, конечно, чтобы наши герои оставались вместе с нами, продолжали защищать Украину. Но мы, как волонтеры, конечно, будем делать все для того, чтобы было чем, чтобы это было более, скажем так, результативно, да. Ну и, ну, конечно, хочется, чтобы закончилась война нашей победой. Сегодня Александр прощается с четырьмя боевыми товарищами. Заменят военных новобранцы из Днепропетровской, Кировоградской, Роменской и Киевской областей. Дмитрий Великанов, Станислав Кичурин, Руслан Шевченко, ТВ5.